Ась, ты куда всем сегодня собрала? Всем привет, кстати, я сегодня собрался на поезд. Мы едем сейчас в метро, а куда мы едем, Вася? В парк цветов и к бабочкам в бабочке. Вообще, куда идешь? Я ничего не понимаю. Я в парк бабочек. Парк бабочек? А почему тогда мы пришли такой большой, 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 большой? Случайно? Мы ищем выход отсюда. Пошли искать дальше. Так, я вот получила вот такой вот красивый билетик. Куда билетик там? Конечно же, в парк бабочек. Ну, побежали скорее. Наверное, это тот же самый парк, что мы с тобой были? Нет, это Скукота. Новый. Да ну, Скукота тот же самый. Новый? Ну, побежали. Уже посмотрим, какие там бабочки. Побежали. Давай билетики мне. Привет. Ну что, пошли к бабочкам? Пошли. Привет. Ну пошли посмотреть. Тут пока просто как ты любишь бабочки. Картины, блюда различные. Смотри. Давай заходи, что чтобы такое? Она не вылетела. Вот, смотри. Смотрим, мы за тобой идем. Трогай за крышку, бабочек нет. Ну что, есть бабочки? Жарко в шарфике. Это же из Питер Пэна, как ее звали. Тингель. Забыла. Из Питер Пэна девочка. Это что за гигантское куклище? Васик, девочка, вы куколок нашли, вы умнички. Смотри, кто вылупился. Скоро вылупится, да, вы на нас. Крылышки слушают. Как тебе? Хорошо. Итак, Басята. А что там за Басиком такое красивое прячется? Это я. Какой у тебя красивый. Сейчас я макияж сделала. Вот здесь вот макияж. Очень красиво. Макияж вот сделала. Очень красиво. Тебе очень идет. Пойдемте дальше. Здесь какие-то желтые. Но здесь бабочек совсем немножко. Очень много места, и они все разлетаются далеко. Не совсем их не увидеть. Пошли? Пошли, конечно. Пойдем к рыбкам. Одна только большая, что у них сейчас. А, две, три, четыре. Как у вас красиво? Пойдемте дальше.
видишь, бабочки гонят машинку, да? Да. Васька, ой, Васька, смотри, где. Да, мы едем на гонт-машине. На гонт-машинке, да. Конечно. Под прорывом дождем. Да, ну что, мы пришли. Куча народу. Идет дождь. Мы купили зонтики. Пошли, солнце? Мы купили зонтики. Да. Вау, Эмирейн, такой красивый. Я в шоке. Ты в шоках? Ты в шоках? Даже турбина тоже. Вот это самолет. Самый большой в мире, да? Васик с Евой. Красота? Да. Но мокро. Посмотрю сейчас, как Винки работает. Очень красиво. Розы, как ты любишь, да? Не знаю, сейчас посмотрим. Что вы нашли такой, Басик с Левочкой? Какой красивый дом из цветов и павлин, да? Ну что, Басик с Левочкой, пойдемте дальше.